Ростов-на-Дону, 33 километра. А я забыл заказать с Алиэкспресса эту картонку, терморегулятор. Остывает тачка иногда у меня, надо сделать. Зашел в столовку, перекусил. Единственный момент, что здесь припарковаться с прицепом проблемы. Я там встал. Надеюсь, колеса не уехали никуда. Горячий ключах вот остановился. Ребятки, хотел подскочить, пообщаться за какую-то делегу. Заодно проверил привязки, обтяжки, затяжки. Все ли пассажиры на месте. Это на месте, это на месте. Там что-то распушается. Здесь все самое нужное. Полупустой еду, ёпта. Нормалёк, короче. Все по плану. Третья. Поднимаемся. На четвертой не могём. Только третья. Это, как мне сказали, начало веселья. Дальше будет интереснее. Всегда после подъема есть спуск. На случай спуска у меня есть горный тормоз. Опускаешь педаль, он включается. Но, к сожалению, заслонка что-то перестала работать, поэтому горный тормоз тоже не работает. Будем аккуратненько на тормозах двигаться. Трога на второй передаче, а вторая здесь как первая. 20 км в час. Ну-ка попробуем. Давай третью. Ну-ка, во. Давай раздуваемся, газ в пол. До зеленой зоны. Хрена лысого. Ну чуть-чуть тянет. Орет хоть меньше. Короче, прикольно, живописно. Но подняться в гору — это полбеды. Проблема со спусканием. Опусканием проблема. Тру-ля-ля. Где-то я такое видел, по-моему, на Байкале что-то было подобное, я чуть на Франкьеле прямо не выехал. Шумилкин, помнишь, была такая ситуация, нет? Или я что-то того? Ребятки, пришла мне мысля, учитывая большое количество поворотов, наклоны и то, что у меня кран, он тяжелый, центр тяжести высоко, пытаюсь постоянно перевернуться. Нужно синхронизировать стрелу и руль, чтобы когда я поворачиваю налево, стрела уходила налево и вес перемещала, загружала ту сторону. И наоборот, когда направо, чтобы перемещался вес. Мне кажется, можно будет всаживать вообще все повороты максимально быстро. Как вам идея? Хорошая? Так, ребятульки, был знак водила, проверь тормоза, затяжной спуск 12%. Пока все, что проехал, прикольно, весело, юрко. Но байкальские серпантины ужаснули меня сильнее. А это пока так, разминочка. Илюха, привет. Рассказываю, выгрузил пикапа, загрузил инструменты, взял механика, завтра познакомлю. Едем в Адлер выгружаться, если площадка еще открыта, и идти спать. Ворвались на территорию, непонятно куда встать. Петрович не берет, трубу не тянет. Сейчас будем, короче, просто вставать посередине, как козлы и уроды. Максимальные. Вот так прям по центру встанем. Да? Вот так будем стоять.